Что ж, следующая наша тема, она двойная, поэтому мы и разложили ее сразу на первую и вторую лекцию. Начинается она с эпохального такого почина. Попытаемся выяснить, а всегда ли японская женщина была такая задвинутая внутрь дома, наблюдающая за порядком изнутри, но сама не показывающая себя. Грубо говоря, всегда ли в Японии был патриархат? Или, может быть, было наоборот? Оказывается, было, только потом перестало. И почему? И вообще, что сейчас происходит? Так ли это, как было еще 100 лет назад? То есть роль женщины в японской истории довольно принципиально менялась несколько раз в веках и тысячелетиях, и очень интересно бы понаблюдать, куда она движется дальше. Это мы посмотрим на первой лекции в феврале, а на второй посмотрим, как эти образы различных женщин в период Эдо написал в своей знаменитой серии «32 проявления светских манер» знаменитый последний гуру искусства деревянной гравюры, да, укиё-э, знаменитый еще Хокусаями и Утамаро, в своей вот этой вот серии изобразил 32 портрета он сделал разных дам периода Эдо, то есть фактически 18-19 века. Причем там дамы самых разных сословий, как от куртизанок до фрейлин, жены пожарников, молодые ученицы гейши и так далее. Самые разные женщины, причем в самых разных поворотах головы, одеждах и вплоть до прищурах и позиции пальцев. Можно считать столько скрытых смыслов, что сразу разгадать, кого она ждет, как, к чему она готовится, что она любит, что терпеть не может, чего боится и так далее. То есть это очень психологические портреты, такие загадки. Вот попытаемся их с вами поразгадывать. Думаю, не оставит равнодушным никого такие прекрасные японские женщины. Приходите, будет интересно.